Не забывайте посмотреть это видео до конца. Ладно, ты не верил. Поставить лайк. А в чем дело? Я понял. У вас день рождения, да, сегодня? Макия нормально? Нет. А что вы тут делаете? Просто. Блин, я не Где я? А о чем разговариваете? Да ни о чем, мне не переключают. Они переключают на тебя? Что? Ничего вообще. Ладно. Понятно. Короче, ты интересная, да? Особо. Неинтересная. Неинтересная? Ты неинтересная. Неинтересная? Почему ты так? Ты неинтересная. Почему ты так? А что ты поправляешь? Да, странная ты. Ну ладно, успех. Ты не верил. Здорово. Здорово, дядь. Как жизнь? Нормально. Потихонечку, да? Чё расскажете? Анекдот знаете какой-нибудь? Батя нормально? Не, нихуя не знаю. Ни одного анекдота! Да все, брат, скажи ты. А я не знаю. А мы такая же хуйня. Она бы спрашивает тогда. А что бы было, дядь? Ты не верил. Нихуя ты, блядь. Было? А для чего? Чего? Ну для чего, что? Ты украинец? Ну да, с Киева, а ты? Мы тоже. С Донецка. Батя нормально? Я понял. Ну ладно, старички, что с вами? Кашу не сварите, вижу. Идите нахуй. Кашки реально не поесть. Кашу ешь? Здорово, здорово. Здорово, как жизнь? Да все, нормально, башка. Да все здорово. Не знаешь, может, историю какую-нибудь смешную, нет? Так получше, да? Согласись. Имидж всего сейчас. Знаю. Ты шашни, да? Не понял. Все знают. Что за шашни? Ты что шашни тут крутишь? Ты с кем тут ты шашни что? Крутил? А? Дядя? Ты... Ты это скакал, да. Кто? Мацони. Олег Майами. Да? Не знаю. Что, что расскажешь-то интересного? Дядька? Я? Не Нет, я. Сосисочки. Ну, еще есть какой-то... Дядьки? Посмотрим хоромы. Ага. Ага. И что там дальше? Ага. Не, ну здорово. Очень сильно. Очень сильно. Ебать, пацаны, Оксимирон 2.0 и точка обновления. Новый альбом, да, у него? Здорово, ребят. Здорово, дядь, как жизнь? Чё куришь? Так, сосисочки. Поролон, блядь. Поролон. Чувак, чё с тобой? Слушай. У меня в комнате. Да? Я сейчас желтым, да? Я сейчас всё желтым, да, кажется? Он у меня в комнате, прикинь, да? Пойду проверю, да. Чувак, у тебя сейчас желтый мир? Нет. А какой? Вечером. Ну, такой успешный. Да, успешный. Как еще раз? Успешный? Ну да. Мир, говорю, какой у тебя сейчас желтый, так, ну, в образе, в очках. А, розовый, розовый. А, розовый? Ну да. То бишь ты нас насквозь видишь, да, все? Розовый фламмин. А что тут видеть-то? Тут все просто. Ты курил, ты курнул? Ты курнул? Не, не курю, спасибо. Открой головное окно. Открой. С какого города? А, слушайте, Москва. Угу. Мы тоже в Москве, дружище, а ты вообще
Вот просто вопрос такой, у тебя прикид такой прикольный, какой-то наш непонятный, цепи, очки такие, вот как бы обстановка, ты как... Ты необычный. Какой-то необычный чувак, кто ты вообще? Да музыкант, музыкант. А, все, вот, все, понятно. А какая музыка увлекаешься, направление музыки? Да рэпчик, рэпчик. Рэпчик? Если мне кажется, не смотреть. Да? Не твои были, братишки? Нет. Ну, про музыку я рассказал, слушай, пару слов. Да, про музыку даже. Да. Давай поговорим с тобой про музыку. Я сам исполнитель, звукорежиссер, мне интересно будет с тобой пообщаться. Я ничего в этом не понимаю. Ничего в этом не понимаю. Ну, Алина. А что ты тогда говорил? Я не знаю. Шутки знаешь какие-нибудь? Какие? Ну, какие-нибудь шутки, креатив, знаешь? Ну, нет, я думаю, я не креативный. Не сойдемся, да? Анекдот, муж. Нет? Не сойдемся в этом плане. Я больше аморал, на самом деле. Это что? Ты не верил. Ну, я предпочитаю черный юмор. Вот прям пиздец какой черный. Не верил. Я люблю пошутить над бомжами, инвалидами, там, блядь, над матерями. Вот, твой друг был. Ха, браво, слушайте. Такунте. Такунте, кунте. Не твои друзья были сейчас? Это было жестко. Еле отбился. Я не знаю, что с ними. О, дратути. Дратути, дратути. Есть молоко? Молоко есть в холодильнике. Вам достать? А у вас? Нет, у меня нет. А, слушайте, ну не сойдемся, да, походу, в характерах? Разные мы. Ну, пожалуйста, давайте сойдемся характерами, пожалуйста, прошу. Все договорились. Все, давайте. Давайте. Вы из какого города? А я из Москвы. А вы из какого? Понятно. А я с периферии. Бля, охуеть, я чуть не упала, представляете, это пиздец, нахуй. А что это такое? Что это такое, почему? Так у меня, нахуй, пол прохудился, я же с Екатеринбурга, у нас здесь вообще все, нахуй, пиздец. Бараки стоят. На, серьезно. А, мужика нет, да? Да мужика-то нет, блядь, один кот, нахуй. И то мне идет. Что делать-то, блядь? Один котик? Да один котик, блядь. И не лижет, да? А котик и не лижет, да, ничего нет? Не лижет. Не лижет. Что делать-то, блядь? Ну, сухой ходить. Правильно? Что делать? Сухой ходить. Видимо, да. Ну, тяжело, согласитесь? Тяжело, я не спорю, очень тяжело. Очень тяжело, молодой. А что, может мне приехать и вырезать там все? Приезжайте, пожалуйста. Чтоб сухой. Я вам лоу-постер закажу вам. А, чтоб сухой не ходить. Реально просто. Да конечно. Понимаю. Я старая женщина, мне что делать? Да какая мальчик? Старая, еще девочка. Да сынулька, ты сколько тебе лет, мальчик? 26. Ровесник, что ли? Что, год петуха, что ли, блядь? Год собаки. Или год собаки. Ой, мальчик мой, а я-то год петуха, меня на зоне в топу ебли. Опа. Да, опа. Опа. Серега, поехали по бабам! Лапенко, смотрите? Никто это. Ну ладно. Я не буду навязывать. Ладно, не поняли, все, хорошо. Москва, замечательно. Город невест, да? Мне... Москва город невест. Ну, наверное, да. Но мне очень нравятся такие молодые люди, очень экстравагантные вообще. Вот мы в этой дыре живем, ага. В Урале. Такие вроде бы, знаете, майонезные короли, но мы вот. Это чешо. Такая... Это чешо такое майонезные короли. Ну, у нас же Екатеринбург потребляет больше всех майонеза и ежика там все дела. Вот. Странная информация. Ну, вы не знали просто, да. Вот. Ну, вы-то парни вообще. Вот мне очень нравятся вообще такие парни, как вы. Так вы ж меня не видели ни разу. Что? Вы ж меня не видели ни разу. Ну, я же сейчас вас вижу. И вы мне очень нравитесь. Не как мужчина, вы мне нравитесь как человек. Я, конечно, подпила. Я работаю маляром. Я работаю укладкой плитки. Не, ну мы бы замутили, да? Согласитесь. Реально, закружились в белом танце. Да, конечно, возможно, мы закружились.
То есть я же на аккордеоне играю, я закончила школу аккордеона, я бы вам так сыграла. Так, а я вот на баяне играл в детстве, на баяне играл. Серьезно? Серьезно? А что, не верите? Да нет, верю. Просто я, которые играют на таких инструментах, я очень редко встречаю, капец. Вот, судьба походу. Да, видимо, еще на гитаре играю. Инстаграм может вам скинуть, нет? Скиньте обязательно. У меня, конечно, в Инстаграме ни хера нет, но я посмотрю обязательно. Глядишь, судьба. Да, может быть. Ну ладно. Цепи у вас замечательные. Нормально все? Да, это мои собаки. О, прикольно, уважаю вообще. Ну все, скинул, что? На связи. Все, хорошо. Сухой не ходите. Батя, нормально? Хорошо. Все, скучаю уже. Мама, сладкий. Давай.